Поздравляем многоуважаемого президента России, верховного главнокомандующего силами России Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Илью Дмитриевича Медведева, Чепутин, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну, Путин, героев России, всей планеты, самых красивых мужественных людей на планете. Президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, группа Дениса Медведева, выдвинули на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, форум региона города поддержали, мы Дениса Медведева со всеми россиянами дружно говорим за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимир Чепутин, партия «Единая Россия», христиан дружные для вас голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, партия «Единая Россия», героев непобедимой легендарной армии, ветеранов России. Также поздравляем вас с высшими наградами, орденами, медалями фестиваля славы и чести России, вас, лауреатов, победителей по всем номинациям, организаторы фестиваля славы и чести России назвали лауреатами, победителями фестиваля славы и чести России Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Илью Дмитриевича Медведева, Владимир Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Кирилл Владимирович Путин, вас, главных героев России, всей планеты. Слово Анатолий Эдуардович Сердюкова, Бортникова, Сергея Нургалиева, Коновалова, Илья Яковлевича Чайку, Грызлова, Бориса Вячеславовича, Миронова, Сергея Михайловича, Володина, Воробьева, главных героев, вас, главных героев России, всей планеты. Также поздравляем вас с высшими, мы выдвинули на высшую государственную премию России Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Илью Дмитриевича Медведева, Владимировича Путина, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Кирилл Владимировну. 25 мая поздравляем вас с Днем Великой Победы и с праздником, весна и труды. С приближающимся 9 мая парадом, военным парадом на Красной площади. В этом году в одном строю вместе с ветеранами, вместе с героями, которые вместе с нами, нашими вооруженными силами в той Великой Отечественной войне победили фашистскую Германию. Ну, Володь, прочитай самую лучшую поэму, посвященную второму президентскому сроку Медведева. Я хочу поздравить всех наших ветеранов, которые помнят все, а мы помним их не помним. Прекрасно. Мы не забываем их не помним. Самую лучшую поэму, посвященную второму президентскому сроку Медведева. И также поздравляем вас с Днем Труда. Их осталось немного. Прочитай самую лучшую поэму, посвященную второму президентскому сроку Медведева. Наша Россия, наш президент. Прочитай. Понимаете, насколько это хорошие люди. Прочитай, пожалуйста. Прочитай по второму президентскому сроку. Наша Россия, Медведева. Наш президент. Днем наша сила, право и честь. Поздравляю вас.